Всем привет. Ёрный потом, можно друиды заходить или нет? Можно, нет. Всем привет. Там, Гендальф, ты можешь, кстати, оставаться на магии, мы тебя повогоним. Спасибо, буду очень рад. Конечно же, я тоже. Давайте тогда, пока вы трэшбьете, я портанусь в вас и куплю пару себе. Самонити есть ли там? Сейчас нет. Шкаф поставлю, тыкните на шкаф. Бляха, голды нету, сейчас во второе окно дам себе голды. А у меня ж на престиле. Мы больше не добираем, там случайно никого не ищем. А Джеста сова у него, эрдру нету, так что Бьер тебе придется заходить. Да. Почему да. У Джеста нету хила, у него хил есть? У Джеста кот и сова. Вроде бы. Ну в три хила, ну отцы. А точно вроде бы вы в него. Да, спросили. да, точно. Хорошо. Сейчас я выйду со второго окна. Не убейте паука. Верняться не уходи. Вот, короче, читай, ищем шипы и все. Ты меня взял и на это самое развел. Хули сейчас сделает? Жизнь такая. Да ничего, у меня главное первый бокс, остальное все равно я попейру с раки магом. Корогу с кем-то на офспек от кинжальчика. Спасибо, Лосу. Бейте пока пауков. А чё вы слева стали ходить? Типа улыбки. Здесь вкуснее. Блять, стаунтит это слугу. Нечаянно притаунтил. Ё-моё, забирайте, дайте гимнаху, все. Ой, блядь, печи. Вам же было сказано, бейте пауков. Нахуя вы бьете этих слуг? А протопал не может развернуть их? А вам не сложно, блядь, не бить этих слуг, ёбаных? Тихо, блин, не ори. Да потому что заебало. Сегодня вроде вообще осколки с 25 тяпычки не падали, ни одного. 6 видео. Штук упало или 7. Серьезно? Я чуть не видел. А вон какой-то ШП зашел, убил Фернус. Кто такой? Кто там сум просит? Сейчас я суману золотистую. Тыкните в порт. Сейчас я ему напишу. Золотистый, у тебя символ стоит на печать света. Есть ведь Лем, зачем второй Лем? Кто у нас Лем? Альфарий. А, ну он точно, я его, кстати, не увидел. Так, у Альфари, по-моему, уже есть Сершам, если я не ошибаюсь. Альфари, у тебя есть Сершам? Ошибаешься? Смозаметку, бля. Сангвиния или? Да, согласен с Войдом. Что, или? А что ты написал этому Вилфернусу? Да, он сказал, у него времени мало, у него тем более еще лагает. Бейте пока пауков, потом все остальное.
Ой, ФДК хоть дамажит. Ой, тебе надо что-то на твоего кота? Войд. Войд, здесь тебе на кота что-то надо? Джерин пускай БДК заходит, а ты на хила зайдешь. А Джерин пойдет БДК? Да. Ты с ним поговорил? Он сам пишет. Он написал только что. Войд, ты здесь? как ты танчить будешь, ты мне скажи. О, согласен. Так у него же ШП есть у Войда вроде. Я не ебу, чем ты там танчишь. Ну а дамажить сможешь за ШП? Так, ладно. Сейчас я кого-нибудь поищу. А Хайли сел... Трися, в общем, у тебя шкил есть, да? Или нет? Окей. Давай спрякайся. У нас Алим есть, так что нормально. Так ищи тогда собой и все. Зачем нам сова, если у нас есть Элем? Так что у нас 4 килограмма? Сова по-любому не помешает, да. Там Старфол и вся хуйня. Так есть сова, Джест. Ну, Джест потом спекнет сову. Джест не кот? Блять, он же в сове должен быть. А сколько у нас сейчас хилов? 4, да? Да. Так что, мне на маге оставаться? Ладно, давайте протопал бафы всем, сука, на сплодину. Ладно, бафы всем каски, пресеченные кулаки, золотистые МП5. 24 пойдем, кто-нибудь потом придет, мы кинем пати. И сумоньте джест. Кто протопал? Да, протопал, ты каски. Кто? Что, у вас 2 протопала? А, из вас кто протопал? Экстрема, давай ты. Пресеченный у нас ДД будет. Короче, мне ШПСЛ чата написал 6.4. Да не надо не его брать, мы сейчас гильдии, кто-то потом плюсанет. Я думаю, 20 минут подождать нормально. А если никто не придет? Придет. Не он. Давайте чек на готовность. Что там пресеченному не хватает? Сейчас кулак разбавлю, подожди. Лопнул. Давай. Мейн танком кто будет? Двой, да? Да, на него, не спекнулся. На него все на пулы кидаете. Протопал спекнулся-то? Ну, знает, что он протопал. Нет его. Так, экстрема, ты здесь? Ты протопал. А чё за лаги? У всех лаги, не? Ладно, просвещенный, давай ты в протопала. Да ёбаный в рот, блядь. Ну, блядь, что поделать, если этот не может? Тогда экстрема ты даешь кулаки, а ты будешь потом каски бафать. Пока что бафайте, то что вы сейчас уже раздали. Только ханту ничего не бафайте, палы, пожалуйста. Сейчас ничего не надо менять.
Дайте ни в чем указку. Последний чек. На локах каски нету, на локах каски. Да сейчас в каску бахну, подожди. Давайте речь с этими бафами. Ой, лапайс. Все, пуляйте. Танки, пуляйте. Ант, лужи не стоит, Джаспанк, отойди. О, бля. Даже сказать не успел, ты уже сдох. Я тебя подниму. Это череда, походу. Тупы бейте. Сзади ханта. Их ханта, да. Сзади тоже снимите РДД. Альфари подальше стань. Тупы разбивайте, протопал, беги. Протопал, беги. У меня пиздец экран вообще висит, нахуй. Все, милики, вы не бьете, вы бьете только ШП. А крик на ХП еще дайте в подарок. А, он и есть, все не надо. ШП бейте, милики. Прощен, где-то далеко. Там не, ну, на мне я. Шип, я в луже, да, это все подряд. Я понял. Разбивайте протопала шип. Даю чешку. Так, дай пал. Найти за спину. Ой, ты бы мог его повернуть. Разбивайте. Туманы снимите. И все равно тоже разбейте. Золотистый, не упади. Пабло хотя бы выхожу. Ты разбивайте. Разбивайте. Сзади ханта. Все, добивайте, босс. Войт там лутецки не забудьте раздать. И верховый лут сейчас оставили добычу на себя, Войт. Добычу на себя поставь, пока не поздно. Да, раздавай лут. Да уж. Маги, поставь столб, пожалуйста, наверху. Шану, что, мне на друида заходить или не заходить? Нет, сиди на своем. Магия, хорошо. Ролить его. Войт. Бинтроль на оф. Давай роль. Никому шея не нужна, то я бы забрал. Типа, ну с ГП там, допустим, на ЕП, на мага все равно в числе. Штруделя, дай, пожалуйста. Бля, я могу не забирать, мне по барабану, я просто говорю, что. Мага можно так, и стены не забрал. 20-10. Я релок, что вообще пиздец висит нахуй игра. Так, сейчас кэш почищу. Запекайся в БДК. Я думаю, что висит, короче, комп, у меня браузер открыт, блядь. Чё? Да. Google Chrome это зло, я согласен. Бесит, шаг. Там золотистые вроде, если ей нужны. Не бейте пока что, чтобы не упасть. Там на пол давайте. Там вар, а вы наверх поднимитесь есть. Пока что. Наверх поднимайтесь, чтобы не упасть. Уже можете бить.
мне все в боте на магии Тала не показывает мои ходы вообще. У меня лично все показывает. И не только на нем. Постоянно или сейчас? Вот на ребре было и сейчас. Но у тебя надо релогаться, у меня один раз какая-то не была, мне кажется, релогаться. А есть пифины, которые без хелбота играют? По смуду. Дэйв вроде хилил по фреймам, но не знаю точно. Ну, понимаешь, какой геймер каждый раз весь рейд фрейма вытаскивать. Ну, хотя с метками выходите. Этот бинтруль для БДК нормально? Да. Да. Вообще хорош на БДК. Хорошо. Он и на АДК заебись. Да ладно. Не, ну, так, пополняйте ману. Паладины каплю сливайте. ДК панцирь сливайте. Комитку тоже за Зой себе вкачивал, сливай. Ну и Старфолс. А, у нас нету сала. И контролить не забываем. Это нет. Чё, то нет, два танка нет, будет только нет, или спекнется третий? На три танка, у нас Зузу. Сейчас танка спекнется. Танка спекнется, да? Ну да, я же тебе сказал. И на второй фазе Войд ловит босса, Хант и Рога напуливаете на Войда. Как на пулу спадает, ага, откадешивается, сразу напуливаете на БДК Зузу ДК. Подожди, подожди, не огрите, сейчас. Что-то я забыл, минутку. Хорошо. И ни в чем бежишь направо и там бьешь трешак. Значит, что ты вчера здесь Игер меч унес, что не мог его зачарить и камни ставить на стан? Кого, кого? Все, все меч готовы. Начинайте. Готовимся трешак сливать. Трешак сливайте. Готовимся контролить. Ты не в сил противиться моей воле. Зачем мне мышка наебнулась или хуй знает, не щелкай. Мощь нашего господина. Ты что, сейчас не сидит? В общем, меня сова убила в контроле. Никто не законтролил. Или это глюки просто, ну, лаги. Не знаю. Бейте трешак. Трешак, вы будете бить? Ёбаный стыд, дайте гимн на хп, на хп дайте гимн. Что за хуйня? Бать, подними... О, Хайли Салли, подними... Бейте трешак, трешак, бейте, вар, я вам сейчас ГП дам, если вы там будете тусоваться. Пока вы трешак не сольете, вы даже туда и не бежите. Подними экстрему. Я потом уже спанка подниму. Трешак все бейте, пока вы его не зальете, даже к боссу не бегите. Так, проклятие дисплея. Ёбаный стыд. Танки, что с вами? О, бля. И Арина, чё она орёт? Я всё вижу, я всё понял. Чё она орёт? Так они там стоят, блядь. Контроль меня кинула. Джест, поднимай джестпанка. Трэш вышел. Трэшак заливает. С лестницы можешь подтягивать, моба? Я что делаю? Вот уже тяну. Давай. Ты не в
Так, контролем. Контроли раздавайте. Там фриэти и так далее. А это лаги, короче, блять, а не мишка. Переводите. Войт, лови босса. Войт, не стой, иди босса бей. Трешак сначала заливаем. Трешак заливайте слева. Дайте на Войда на пол, потом на Зузу декат даете. Готовимся к контролю. 2 секунды духов, главное, не ловите, каять идти. Ебать! Дайте контроль Лему, иначе он сейчас всех положит. Уже никого нет. Да пиздец, что за магина? Вообще невозможно играть. Да, хуйня. Первую волну контроля вообще не контролил никто. Вот это только я овцу дал, а меня сова стояла, долбила в контроле, убила. Падаем. Ну так маги что же могут контролить? Хотя бы так лучше, чем умереть. Что за лупа маги? Смотри, одного за контролем уже легче было. Ничего, я могу еще раз овцу дать, у меня КД нету. А, Джулиан, у тебя есть БДК? Ясно. А, Хан, давай справа на протопала на пул. И Рога, давай ты тоже будешь помогать. Тут все-таки не стреляйте. Кидай слева на пул. Лестница так и остается, правильно? Угу. Все, ты смотри, ты, я тебе покажу, где тебе сейчас ловить мобов. Тебе два моба всего надо споймать, тебе больше вон здесь не надо. Ты можешь даже две тринки одеть ДДшные, и ступни можешь на ДД даже одеть, чтобы набор свой набрать. Вот ты тянешь одного с лестницы хваткой, а второму чисто кидаешь ЛП. Вот он здесь появится, я надеюсь, ты видишь меня. Ты кинешь на одного ЛП, а другого с лестницы подтянешь, и все, и введешь его к Войду. А, хорошо, ладно, я понял. Лапу давайте. Сейчас я дам лапу, мне надо ману восполнить. И контрольте, пожалуйста, все эльфари, тоже давай там свои корни, тотем ставь, и все, если мелики будут бегать в орбитную зону. Мак, наверное, не знает, что... Жабу можешь там тоже кидать, мы ее диспелим. Я контролить постоянно тоже не могу, когда рейд садится очень... нихуево, так сказать. Мне надо захиливать, а не вихер кидать. Так. Рублю. Сейчас аману восполню, давайте пока чекаем готовность. Пока ману отпиваю. Так, мы все готовы, можете запустить. Я пока ману отопью. Трешак, готовимся заливать. Трешак, заливайте. Пять секунд до контроля, готовимся. Трешак, помогайте слева слить. Вот, контроль раздаем, вару особенно. Сейчас я вот так ему передали. Думаю, не могу дать. И два человека минус. Ладно, сейчас я подниму золотистую. И стафилокока.
Золотистый, вставай. Даю тебе баф. Трешаби заливаем. В лужах не стоим. Контролю. Того, как законтролить обязательно. Блять, он за западство заюзал. Ёбаный стыд. Да бейте того моба. Блять, он уже переродился. Давайте снова бейте его. Бейте, Петершак. Рандес, ты будешь бить Терша? А, ты валяешься, извиняюсь. Служи выходить. Контроллер раздаем. Топ дамаг и бейте трешак. Бейте все трешак. Все трешак бьем. 500к осталось. Куда вы бьете? Давайте добивайте его, все остальные. Сейчас снова пачка появится. Вторая фаза пошла, вот. И делай босс. Гера, давайте уже. И заливайте трешак. Гера, давайте. Сейчас контроль будет. Готовимся. Контроль дайте Элему. Элему самое главное дайте. Блять, танк. Ёбаный в рот. Кайли Сали, подними, пожалуйста. А, сейчас подниму. Встану мертвый и подниму. Я не то не хотел назвать. Ну вот. Я его назвал. Так, Джесс, подними Кайли Сали. А двое, когда ДК заберет тебя босса, поднимай. Ну, поднимать кого хочешь. Пофигу кого. Кого считаешь толковым, того и поднимай. Контроллер раздавайте. Блять, что-то хила вообще практически, я его не чувствую. Да сука, блять, духов хлопают, а, бараны. Ну и то, что духов хлопают, это тоже, да. Линкуйте дамаг по духам. Падайте. А, Джубанга, у тебя есть ДЦ? А что у тебя есть? У тебя есть вообще хил? Давай, Холик. Что позвольте, рвём. Там сколько человек? 5 умерло от духа. Кто-то хлопнул. Линкуйте по духам, кто их хлопал. Зара на линку это в конце. Ну блядь, Войт, ты ведь набирал рейд-то, блядь. Так, ладно. Где там? В общем, смотрите, я сейчас линканул в РК на отдаление камеры. Ваша задача его вставить в чат и колесиком от мышки назад подкручивать, чтобы вы видели всю эту площадку. Мне кажется, вы жопой персонажа уперлись, и вы начинаете так дамажить. То есть вы ничего не видите, кто там возле вас. Отдаляйте все камеры. Мне кажется, в этом проблема. Ты те, кто хлопает. А, так, Джубанг, давай хила. Я закину тоже пятую пать. Чтобы захилить, ну, ты реально тяжело. И
И все милики бейте слева. Все милики слева бейте трешак, кроме никчема. И рыбу поставьте. Палуйте. Что, никто не может линкануть? Духов хоп. Бой, ты готов? Погоди. Дайте МП-5 инту. МП-5 тиханту дайте. Так, все, все готовы, выпускайте. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Бейте, трешак. Готовимся контролить. Снимайте опять. 2 секунды, 1 секунда. Ты не в силах противиться моей воле. Контролим. Вару особенно дайте контроль, пока он вас всех не порезал. И не бейте его, блядь. 14 тысяч ему оставили. Бейте, босс. Трошак заливаем. Берли оценил, упади. Джулион то же самое. Или закилили. Готовимся контролить. Пар, дайте контролю. Три сетки пойди шлюха. Вы добьете слева моба? 5. Милики, я... Вот если мы сейчас упадем, я вот чекнул, все вары получат ГП. Абсолютно все. Бафы дайте демону. Какие-то. И ты меня вообще слышно? Нет, так почему-то мы на похоронах. Контроллер сдавайте. Меня слышно, алло? Слышно. А то мне включение будет, я сам с собой общаюсь. Я веду это моба сюда, что он говорит, это твой? Что, дамаг по боссу, босса не бейте, босса не бейте. Стойте, стойте, стойте. Бейте трешак, идите. Трешак бейте, абсолютно все. И вот потом пойдет ловить босс. Ты не в силах противиться моей воле. Проклятие, снимаем контроллер, раздаем. Че, иди, Войт, потом лови босса. Войт, иди, лови босса. Захиливайте. Трешак заливайте, и скелета тоже надо залить. Гера давайте, пока не поздно. Клоуна не накаля. Трешак заливайте, духов кайте. Духи появились, посмотрели, где они появились, все, и отошли. Вот, они появились, бегайте. Пять секунд до контроля готовимся. Так, вы скелета вообще забьете его? У него отражение для РДД. Так вот, милики, идите заливайте звезду гимн на ХП джубанга, дай. Три быстрее, блять. Это пиздец. У меня сейчас жопа гореть начнет.
трэштаг заливаете. Поднимаю фибрилляцию, он встать не сможет. От духов отбегайте, контроллеры раздавать. А хил где? Там же упали все, я так понял, падать надо. Нет еще. Не надо падать. А хила нету. Есть у нас хилы. Ты несешь. Дай гим на ману джбанга, пока не понял. Чего, падаем, нет? Бейте, куда падаем? Пару человек только валяется. Блять, я уже духа там ловлю. Бейте, тершак. Тупые попадали, умные останутся. Хотя ладно, не ты его полюбали. А из-за тех, кто хлопал. Немного не так выровнялся. Контроллер раздавайте. Зул. Бой, если что, поднимешь золотистую. Не могу на себя нагреть ее. Если есть инерт, давай. Давай шаману. Так, духов кайтим. Контроллер раздаем. Опять мы уже без маны почти. А альт-Т, дай гим на ману. Духов кайтесь, там сзади духи идут. Трешак тоже заливайте. Можно трешак слить. Трешак заливайте все абсолютно. Слейте трешак. Заебал этот контроль. Да мне тоже уже заебал это все. Что поделать? Забейте, бля, нахилишь-то. А все, падает. Сука, заебали взрывать гниды ебаные. Линкуйте дамаг по духам. Ой, дамаг. Кто их хлопал? Меня уже заебало. Давайте уже ГП нахуй. Что за хуйня? Вы осознали бессмысленность своих действий? У кого есть аддон, кто может линкануть? У меня нету этого аддона на в этом ебаном компьютере. Скада у кого есть, линканите. В рекаунте он отображается? Нет. Скада. В рекаунте там хуйня. Кто там взорвал? Ну-ка, давайте, линкуйте мне. У кого есть аддон? Или ни у кого аддона нет? Это можно как-то через каду глянуть? Да, через каду можно. Да. Как называется приезженский фанатик? Мстительный дух, там что-то посмотри. Сейчас. То, что вы трешак плохо бьете. Кстати, да, справа вообще быстро сносится, а милики вообще нихуя не бьют. То, что ты первый в рекаунте, я вот, бля. Слева был один моб. Вы его не били, вы побежали, давай бить босса. По-моему, никчем вообще больше всех надамажил. Да то, что он больше всех надамажил, это я вижу. Не в этих, в трэш. Но надо весь трэш сливать, а не то, что я там надамажил, глянул в рекаунте, ага, я там на первом месте, все, можно идти ковырять босса. Моба никто не бьет, он вешает на себя этот ебаную сферу, которая поглощает 50 калорона, и все, и поебать.
И все колбасят босса, похуй на мобу. Может быть, все-таки Бьерн пойдет на андроида? Толку больше будет и третья сову. Пошлите, пойду на друида, все равно. Ну давай, заходи на друида, Трися, давай в сову. Че, Ваня, давно. Ваня, ты здесь? Да, меня кикнули. Кто тебя кикнул? Войт. Нахер он тебя кикнул? Меня Войт кикнул. Ну там ему ШП сова надо, у меня нет. У меня код и все, ШП КД. Ну заходи на кота, чё, блядь? Кай, это, нам кота, иди на протопал, я в ретриком приду. Не, заходи на кота. Джесс тогда останется в сове. Ну я там замолю, на сумку я зайду, я буду ПГ паролить. Так, фанатик, альфари. Следователи. Чё-то я не могу в рекаунте это, ой, в скаде это найти, мстительный. А вот, всё, нашёл. Сейчас суманю тебя, я сейчас гравировку только на треке эту сделаю. Не, это тоже не то. Как не то? Ну, тут получается все 25 человек ловило дух. Это что-то не то. Не, это урон от духов все 25 получили, это да. А кто словил? А в тебе есть аддон? Ваня, ты что, котом пойдешь, что? Так, сказали котом. Кто мне аддон? Все слышь, Ваня, у тебя есть аддон? Чтобы во время боя показывал, кто хлопал дух. Да, есть, но он не всегда правильно показывает. Ну вот ты его включи все равно. Потому что у меня здесь нету этого аддона. Ашизар. Так у тебя уже скада Кодя, есть, да. В скаде все показывают. Так в скаде я не знаю, где найти. Я уже скаду эту всю перелистал, я не знаю, что там. Там нечего искать, там нету этого. Если у тебя есть скада, так ты, блин, коней покажи, что вот, это вот оно и есть. Тыкните, не? Смоньте там всех, я по команду отпиваю. Давайте фулл баф. Понабирать по объявлению и ходить с ними по 4 часа. Если бы еще у нас ДЦ было, то ладно, можно было бы захилить. А так как у нас ДЦ нету, бля, вы так лопаете, что мама не гори. Последний чек. Дайте каску друидам. Даже в 10 килов. Все, начинайте. Нахрена вам 6 друидов? И меня еще котом. Да, для профилактики. Бейте трешак. Я там поотнимал вам ГП, но следующий вайп буду возвращать. Притяжка не работает. Бейте трешак, вот опять же трешак вот. Появляется вот на нем баф этот, и вы сейчас будете ковырять этот баф, а потом убивать только этого моба. Притяжка не сработала, далеко. Контроллер, сдавайте. Давай, Трися, квадрат, а Джест полумесяц, а трусы... Давай, Шизар, ты. Давайте так сделаем. Проблем вот. Так. Ваня, помогаем тоже держать бить. Они не могут. Отбью. И не упади, пожалуйста. Готовимся контролить. Дубасика контролем с магом. Бейте босс, ой, босса, трешак заливайте, стоп дамаг по боссу, бейте трешак, полтора ляма осталось. Бейте все трешак. И потом Войд будет ловить босса. Контролить. Контроль я готов все раздавать? Я уже, блин, заикаться с вами начинаю. Время Starfall прожал. Ну да.
Все, бейте босса. Вот и все живы. Трешак, заливайте справа. Так, а у кого там гера не на КД, давай гер. Там альфари, либо грилятся. Трешак, заливаем. Духов смотрим, сейчас они скоро появятся. Вот, видите, духи появились. Смотрим, ага, вот там один за собой побежал. Другой там мини. Сука. Это походу специально. Падайте. Сука, я угорел, отвечаю нахуй. Не ловите духов, чтобы оно не пролистывалось. Так, я уже так вижу. Третий, блядь, трай, сука, третий трай взрывает духов. Я раз, блядь. А я походу понял, в чем дело. Там жесть перед тем, как в рейд пойти, собирал рейд из нашей гильдии и спрашивал, кто пойдет 25 гер. Что-то странное совпадение. Да ладно. Ты думаешь, это диверсия? Это заговор. Блядь. Нахуй такие вообще нужны, блядь. Дима, если хочешь, можешь ТД спекнуться, я продру похилю. Спасибо, у меня только нету этого. ДД. Да, можно золотистую джубангу в ДД спекнуть, если есть, я хилом похилю вместо них двоих. Вместо кого не двоих, а? Ну, джубанга и золотистая в ДД, я в хила спекнусь. А ты что, не хочешь котом подумать? Золотистая же протопауэр. Да, ну, нет, кот так себе, пока мало опыта. Так учись, пока не поздно. Так люди видят духов, я не понимаю, что это. Вот, скажите мне, пожалуйста, ребята, которые стоят как бревно, как я, допустим, почему вы не можете глянуть, где появились духи, отбежать, посмотреть, на кого они побегут, и потом бить босса? ДПС падает. Сейчас подождите, я сейчас схожу за валерьянкой, вы там баффер дайте, потому что это пиздец. Это 100 грамм налей, не валерьянку. Это не Войт говорю, это я сказал. Буду джеста. Поставьте джес. Вот и я снова напоминаю, я в РК скинул отдаление камеры. Копируйте, вставьте в чат, и все, и отдаляйте камеру. Не в чат, а в макрос. Да, это можно и в чат поставить. Можно и в чат. Ну, можно это и туда положить, да. Да, и поставьте на джес. Сейчас я учинюсь. Шизар, давай учись дамажить. Не надо хила. Нам ДЦ здесь просто нужен, понимаешь, для таких вот случаев. Но у нас нету ДЦ. И это очень печально. Дубасик, видите, он уже офнулся. Он подумал, ну вас нахуй. Дубасик. Ну да. Дубасик, давай заходи. Инту, дайте маги. Вот, он зашел. Давайте последний чек. Давайте сейчас нормально убьем. Духи появились, вы отошли, посмотрели, все, бьете. Тех, на кого бегут, бегают. Ничего сложного нет. Лапу сейчас я вам всем дам. Да. Это я дам. Последний. Ну все, начинайте. Вообще не буду снова чекать вам. Где есть. И рассасывайтесь, тут место, тут ебать копать. Я вот тоже смотрю, вы стоите все почти в одном месте. Бейте, трешак. И не падайте. За игру тоже надо следить своей. Контроли готовимся раздавать. Не убейте, да.
Я подниму золотистую, Трися поднимет Джулиана. Бейте, трешак. И крик на хп тоже дайте. А, съесть все не надо. Я сначала не показал. Готовимся контроллер сдавать. Готовимся и подтяните с лестницы моба ДК. Не могу, у меня не было это. Не, да. Альфарин контролем главное. Пока он всех вас не поубивал. Там герма, леди, здесь пыльте. И диспанка не убейте. Сколько там у этого? Бейте пока что. Два ляма и стоп дамаг. Бейте, трешак. Пять секунд до контроля готовимся. Внимательно. Золотистую Зузу дайте. Алисаль, беги пока там. Бойт, иди лови босса, на него на пула не забываем. А трешак где-то, давайте, молодцы. Бойт, лови босса, трешак сначала сливаем. Вот, и рассасывайтесь все сейчас по площадке. Площадка у нас очень большая. Сейчас смотри внимательно, сейчас дуки появятся. Сейчас они вылезут. Оп, вылезли. Видите их? Видите их? Бегите. 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 О. И. Так, Геру дали, дали. Все отлично. Вот снова духи появились, посмотрели. Ага, вот. Один милизону бежит. Милики там аккуратнее будьте. Ничего сложного нету. Вот все живы. Все живы, абсолютно все. Нафиг, ребят, я тебя за эту манну залил, то что ты еще живой. Духи опять появились, снова кайте и бейте сначала трешак. Дайте на пул на Зузу ДК. Вот снова появились духи, там отбежали. Гим на хп Джубанга дай. Войт, если ты сейчас не танчишь босса, подними джеста. Джест поднимешь экстрему. Трешак заливайте. То что? Я говорю, сливать надо. Вот снова духи появились. Опа. Кто там рядом стоял? Я так не заметил. Рандес. Рандес. Так, надо давать чешку. Духи появились, блять. Ну, локайте мы, контролим. А ну, то что-то не то. Кап, а, ясно. Еще кто-то появится. Ой. Это, Трис, у тебя же, по-моему, верно КД, да? Абьер, да. Подними ты Шизара. А Шизар может поднять демона Лука. Трешак заливайте. Духов кайтите. Я демон. Ну буду знать, все равно поднимаю Лука. Контроллер сдаем. Блять, вот парши сыпь. Дай гимн на хп Джубанга. Залейте трешак, вам сложно трешак залить. Что у нас ДПС лапит? Духи появились, кайсики. А... Что я слить не могу? Ваня, залей ману фибрилляции, пока он помалится. А тогда... Хайли Сали, залей ману фибрилляции. Блять. Понятно, меня трэш убил.
Ну потому что я тоже помню. На нем висит эта хуйня и не может вертопал забрать. Я дохлый валяюсь. А, добьёте, ну еще дохлый валяюсь. 4 ляма, ребят, 4 ляма. Ну че, пытайтесь его добить. 4 ляма. Зузу набирать агро, ебаный в рот. Да он тоже не может, он по этим танкам, блин, танчит только, может, 2 дня какие-то. Или 3 дня. Маху плюс ловчим и мелизону, 2 духа в мелизону, сейчас вой взорвет. Так, на меня... Эти, как его, мобы сами. Повезло, что меня подхилили. Добивайте, контроль, леди, дайте по меня. Мобов. Бейте, леди, да, не надо бить. Эти мобов срезало. Ну бейте, бейте. Да, а, на мне почему-то агро висит, блядь. Почему-то хуй знаю. Почему. А, стрелой убило. Сука. Блядь, ну вы что, гоните? Блядь. Подожди, ты говоришь, я не могу агро. Я на них кидаю ЛП. Таун чуть темной властью. Я ни хрена не могу ее собрать. Что я должен еще сделать? Че у нас за маги? Никакие. Может парелить на лбуса? Не таунтится, правильно, что она не таунтится? Просто пускай кто-то другой стекнется в БДК и все. Давай я зайду, блядь, просто потанчу нахуй, леди, БДК. Там в контроле был 2 раза, ну, где, даже больше, раза 4 его брал. Вообще надо первый на пул надавать на этого... На БДК? На повороте, кто там, кем-то там я играет. Я понял, но я не, специально его не ставлю первым. Мне кажется, он не наберет агрот, даже если на него первым дадут на пул. Я поэтому вайда прошел. Давай я сейчас зайду. Я сейчас просто сам зайду, Шизар, спекайся в хила. Я зайду, я потанчу. Ничего нет, ты никуда сходить, сейчас все будет нормально. Да уже нормально. Да, уже пятый трай, блядь, нормально. Но. Что просто Бьорн? Я контроль тоже давал, хотя в хиле был. Так, давайте ладно. Я сейчас один трай проверю, сейчас мы убьем, потом дальше пойдем. Давайте. Тут действительно можно нормально все сделать. Просто первый на пул делаете на повороте, кто-то там, на ЗУС ДК. А второй? А второй на войда будете на пул давать, потом обратно на ЗУС ДК, потом обратно на войда. Я в хила спекнулся, там Бьорн спекнулся в кота. Вот от моего кота толку мало. Я не буду джибанга снимать себе ГП, я еще сейчас дам тем, кто взорвал духа. Да, то, что да. Вы духа взрываете, это ваши проблемы. Я предупреждал. А можете меня поднять, пожалуйста? Так, смарткилл у нас взорвал, потом Хайли Сайли. Че я? Взорвал духа. Какой взорвал никто духа? Никто не умер, когда я взорвал, он меня стукнулся рядом, не было никого. Не, я забагался в этот раз. Как кому-то повезло. А в чем смысл был меня с хила спекать на этого? Там... Потому что релить в хиле лучше, чем в коте. Понимаешь? А, я понял. Трисия. А, хотай, понял. Вот нахуя хотай ты мне дал, если я нихуя не взорвал, а? Ну, глянь, рейд-чат. Да, блять, сука, сука, мою пшторил. Просвещенный. Стример, я понял. Ты видишь, ладно, давайте, собрались, идите трэш и бейте. Бейте трэш, давайте фулл баф пока. Бейте все трэш, заткнулись. Капли сливайте, идите трэш танчите. Присты, дайте гимну на ману. Слушай, выходите. Смотришь из контроля тигрхов, готовьтесь. Смотрим, контролем. Крикните на ап, кто-то из варов. Апа нету. Играем в трэш, вышел в трэш. Смотрим, контроль сейчас будет 2 секунды, готовьтесь. Бейте трэш резче. Контролем.
играйте в трэш. Контроль тиграков. Почему ты зеленку не сливаешь, ДК? Потому что она от КДшилась, ты видел ее в начале? Несколько блока. Надо постоянно от КДшивать. Так, наверняка стопайте, да? Да, играйте в трэш. Три среза и каплока. Я хотел... Лик смерти кинул, невосприимчивость, блядь. Блядь, закройте рты на трай. Играйте по трэшу. Киньте копары. Первый на пулы на ЗУС ДК. Контрольте игроков. Добейте трэш, и контрольте игроков. Агрить. Дайте рост. Её агрить. Первый на ЗУС ДК. Кидаешь две ЛПшки, кроват, вот, руник и ЛПшки по кругу. Хата, реса и ЛТ. Играем в трэш. Где там? В трэш играем. Смотрим, духи вышли. Где-то... так, два духа справа, один в миризоне. РД-зона, пошли духи. Так, на Войда, на пул даем тебе следующий. Смотрим сейчас контроли. Контрольте Дубарасика, законтрольте. Всех три законтрольте. Сиди за своим агротом, не БДК танчит. Бёрн, Леса и Майлав. Диспельте овцу, смотрим духи. КД, не КД. Вижу, где-то сзади духи. Духи в центре. КД у меня, не могу растить. Хорошо. Назу с НДК на пулы теперь давайте. Играйте по трэшу, с правой стороны трэш стоит, духи пошли в центр. Так, контрольте. Духи в центре, аккуратно отбежали. Дайте рост. Играйте в трэш. Смотрим, духи с правой стороны, один возле лестницы сзади. Там на следующего, на следующего там, человека на пулы давайте. Давайте, духи в центре, аккуратно, фанатика в центре добейте. Так, смотрим, сейчас контроли 2 секунды будут, готовьтесь контролить. Так, вот там бэры остались, пацаны, эти ребят катились. Так, смотрим, духи в центре, аккуратно. Так, духи пропали, идем трэш агрить, отводи леди, там два духа с правой стороны, аккуратно, мирики. Следи за своим агро. Кого бэрить? Есть бэр. Ресай, Хайли, Селаси. Играйте в трэш, духи в центре, справа. Блин, до него еще дойти надо. Контрольте. Ресы. Все понятно, мне дайте гимны на КП. Духи в центре. Ну, у кого-то БР еще остались. Хайденбол, вставай. Так, духи в центре, трэш не трогайте, добивайте леди. Там если есть гимны на ману, можете дать на ману. Все, трэш не бейте, просто смотрите духи там, где будут, и агро не сорвите. Так, духи, играем по контролю, контроль игроков. Просвещенного фиры, фиры в милизоне, фиры быстрее. Спасибо, Ваня. Кто там спулил? Спасибо, если стримка. Не убили, там БГП было бы много. Все, я там обратно в кота туда. Войт не верил в меня, видишь? Говорит, нет, не надо на него, не надо.
Надо. Я обычно всегда на пол говорю на танка, который слабее. Харта, я не понимаю. Поэтому на моего ТК постоянно первым на пулю. Шанан, ты тут? Да. Я на прошлом трае не взрывал никакого духа. Никто даже не умер рядом со мной, и я сам не умер. Я сейчас сниму, ладно. Потому что я не успел запомнить, кто там еще взорвал. Вас послушаешь, так я взорвал, но никто не умер. Никто ж не умер. Блин, ну подумай, ты не умер, реально, блин. Вот я не понимаю, последний трай били, я в коте контроль тоже раздавал всем, и в эрдру раздавал. А как только я пошел бэрать кого-то, меня тут же вар снес, которого никто не законтролил. Потому что я мертвый лежал. Ну так воки и так далее всякие, ну хоть фир бы дали уже присты. Надо будет потом глянуть ДПС. Магов этих на 40, мне вот интересно знать, сколько они дадут. Мне кажется, надо всех магов менять. Так мы же умираем не из-за ДПС. Не, все равно мы ДПС просто глянем. Блин, если вы сейчас будете так дамажить, мы будем этого лича каять, типа, твою мать. Не, если честно, всех дамагеров поубивало. Мне кажется, что это из-за паники в рейде такой дамаг был. Да какая нахуй может паника быть, блядь? Ну да. Ну, просто шутите много время трая. Да просто уже пора в голову включать, понимаете? Вот сколько мы ходим, вы не можете вот глянуть, где духи появились. И все, и посмотреть, куда они бегут. Еще уже совет траить начинаем в это время. Не, мы совет убиваем в это время, не траим. А в кем мне идти, я так и не понял, в кем Бьорну идти? Хили. В каком спеке? Хорошо. Да, Джубанга, спекайся назад, слушай. Три хлопка, да. Сейчас на 40 видно будет, что с ДПС. Осталось турки вайпнуться на трэше и можно распускать рейд. Ничего не видно. Тогда я чувствую, Олег этот рейд, если когда узнает, распустит с гильдии. Ой, это Ваня, будешь рейдить? Я что-то не хочу. Ну давай, я тебя курить, что ли? Потому что я знаю, что меня будет ожидать. Шанан даже валерьянку пошел махнуть. Да у меня ее даже и нету. В том-то и проблема, сука. Я пришел, а оказывается, у меня уже все. Банка пустая. Где бутылка? Жаль. Нифига ты лупишь валерьяну. Да не луплю, у меня просто уже... Короче, Ваня, ты релишь, дай ему войт ассиста, я звук отключаю, буду спокойно сам Филипп. Ну там на корабле, если что там запускаете, потом на сурка подойду. Чтоб меня не ждать. Там ранцы берите, ТК летают, паладин тоже его измирание с нас будет штанчить. Там пушки садитесь, грейте. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным... Сегодня на офе, короче, качался, сделал, ну, поднял 110-й левел. Вроде можно идти как бы уже БФА цепочки делать. Прибегаю в Агримар, горит квест, но нихуя не, ну, не дает срок, блять, квест начальный. Бегал, блять, уже и Виталику написал, и, блять, кому только не писал из знакомых на офе. Говорят, да должен давать. Релогнулся, блять, и квест появился. Вот вам и оф, нахуй. Кто квест должен был давать? Сорфанг? Сорфанг. Старшип, наверное. Ну, ворок который. Ну да. Седовласый. Дайте интеллект магии, какого хрена? Только, блять, и мобов в текстах видел, и бой баганый. Смотрите там сами, меня нету в РК, там сами бейте, питайте. Сейчас ты умрешь.
А знаешь, почему так крысы? Потому что они юзают один и тот же движок. Они новый не хотят делать для Вова, для новых частей. И куча скриптов там ложится, и старых, и новых. Это как жонглер. Жонглирует 5 апельсинами, все нормально. Начинает уже 10 брать, уже что-то не так идет. Ну, зато на Легионе кач классный. Ну, сюжетки интересны. Мне на БК очень нравился и сюжет, и вообще и все. Вот БК — это самая идеальная часть, я считаю. А самое говно... Ну, спал лучше БФ. А самое говно — это Пандария, я считаю. Тупо под азиатов сделали и все. Забили на всех. По мне ката. Единственное, что мне понравилось в Пандаре, это то, что этот Гараж, типа, главный босс. Но сюжетка с ним. Они, короче, делают как по странам, как эти, как Elder Scrolls. Короче, тут это типа Швеция, там... Викинги, все дела в Личкинге. Там катаклизм, я не помню. В Пандаре это азиатская тема. Классик — это вообще непонятно что. Да, Дренор египетская, да-да, есть такое. Уже слышал такое мнение. Не, я слышал, что тоже говорили, что что-то там есть из Египта. Эх, нету моего шамана тут насчет Элтера порулить. Идет, еще как идет. Присоединись ко мне, отец. Это Шимон чи Кирку? Да я тут уже. Тогда Шимон чи Альтею? Альтею нельзя засумонить, потому что он умер. Так ему надо встать и бежать. Походу не будет бежать. Я так понимаю, что мы Лича, наверное, не убьем, учитывая, как мы Леди били. Убьем, поменяем дофига людей и убьем. Паску пристабас раздавайте. Сейчас там приз подойдет, мазбафы дадите, там дайте пока поваров каску, кулак такое. Так приз подойдет, может, после босса уже. Дайте мазбафы, алло. Давайте, кто падает от... Ну, в смысле, если мы падаем, смотрю, кто дрешний билд, даю же проверить, кто мало бил. Станьте в рейнджу, не стойте в одной точке, чтобы рага меньше копилось, чтобы меньше меток было.